Василий, а сегодня у нас новая игрушка. Вот такая вот. Давай, открывай. Ну-ка, давай посмотрим ее быстрее, Василис. Вау. Это какая-то пчела. Вот такая вот, с крылышками, с прозрачненькими. С прозрачными крылышками. С полосатой попкой. Какая-то пчела. Коллекция называется Big Animal World. Жуки и стрекозы. Одна фигурка и один постер. Давай посмотрим постер, кто это? Кто это нам попался? Это пчелиная матка. А, это матка пчелы. Это она самая мама всех пчел. А смотри, она же меняет еще цвет в воде. Меняет она цвет или нет? Она стала более желтой, что ли? Ну-ка, да, попусти ее в холодную воду, посмотрим. Да? Да? Дай-ка посмотрю. А, да, она стала темной, смотрите. Она была белой, стала коричневой. Ой, стала темно-серой, ну-ка. Мы давайте еще посмотрим, кто там еще есть в этой коллекции. И вот есть какой-то хлебный жук. Хлебный жук? Вот есть богомол, обычный богомол. Он что, хлеб, что ли? А? Наверное. Какая-то шпанская мушка. И много-много других. Сверчки. Тараканы есть. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока-пока!